На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Герман подошел к столу. Понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился. Герман дождался новой талии, поставил карту, положив на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился. Он отсчитал 94 тысячи и передал Герману. Герман принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился. В следующий вечер Герман опять явился у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтобы видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с дивана. Все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать против бледного, но все еще улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать. Руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. Туз выиграл, сказал Герман. И открыл свою карту. Дама ваша убита, сказал ласково Чекалинский. Герман вздрогнул. В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. «Старуха!» – закричал он в ужасе. Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Герман стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. «Славно спонтировал!» говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты, и игра пошла своим чередом.
заключение. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице, в 17 номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Тройка. Лизета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит и имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизеты Ивановны воспитывается бедная родственница. Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине. год, это еще за 10 лет до написания «Пиковой дамы». Пушкинское письмо Всеволожскому из Михайловского в Петербург. Помнишь ли, что я тебе полупродал, полупроиграл рукопись своих стихотворений? Ибо знаешь, игра несчастливая родит задор. Я раскаялся, но поздно. Нынче решился я исправить свои погрешности, начиная с моих стихов. Большая часть он их ниже посредственности и годится только на совершенное уничтожение. Некоторых мне хочется спасти. Всеволожский, милый. Царь не дает мне свободы. Продай мне назад мою рукопись за ту же цену, 1000. Я знаю, что ты со мной спорить не станешь, даром же взять не захочу. Деньги тебе доставлю с благодарностью, как скоро выручу. Надеюсь, что мои стихи у Ленина не залежатся. Ну вот такое в стихах было Евгений Онегин, глава 2, ранняя редакция. Что до меня, то мне на часть досталась пламенная страсть. Страсть к банку. Ни дары свободы, ни фэп, ни слава, ни пиры не отвлекли б в минувшие годы меня от карточной игры. Задумчивый всю ночь до света, бывал готов я в прежние лета допрашивать судьбы завет, налево ляжет ли валет. Вот эта левая сторона – это сторона понтирующего, играющего против банкомета. И в повести Пушкина Герман ждет, что вот налево выпадет тройка, семерка и туз, и они падают. Между прочим, есть некоторое недопонимание в силу того, что мы не знаем игры, что же произошло на самом деле с Германом. А ведь графиня его не обманула, призрак графиня не обманул Герман. Она назвала ему. Может быть, это было все в его воображении, но неважно. Она назвала ему 3 верные карты. Тройкой она выиграла, семеркой она выиграла. Она назвала туза, и туз выпал таки налево. То есть Герман выиграл, должен был выиграть. Но он, вынимая из своей колоды карту, на которую он ставил, он должен был что вынуть? Туза, естественно, поставить. И он полагал, что он взял туза. Но дело в том, что вынул-то он из своей колоды пиковую даму, которая, по иронии судьбы, в этой раскладке, когда туз выпал налево, выпала направо. И Герман проиграл. Теперь вопрос, как говорится, на засыпку. А почему он
когда ему было велено выбрать туза, подсказано, а он берет пиковую даму. Пушкин дает объяснение. Необыкновенное сходство поразило его. То есть графиня Анна Федотовна с ее горбоносым носом, с ее зачесанными висками, или там парик, была похожа на это карточное изображение, на пиковую даму. И вот тут вот такая штука. Интересно, что значит вот эта карта ему подмигивает. Карта, сначала старуха в гробу. Ему кажется, подчеркнем, что она ему подмигнула. Потом, значит, она является как призрак. И теперь она на карте уже. И карта подмигивает Герман. Такая вот забавная вещь. Итак, ни Фет, ни Слава, ни Перы не отвлекли в минувшие годы меня от карточной игры. Задумчивый всю ночь до света бывал готов я в прежнее лето допрашивать судьбы завет, налево ляжет ли валет. Уж раздавался звон обеден среди разорванных колод, дремал усталый банкомет, а я нахмурен, бодр и бледен, надежды полн, закрыв глаза, пускал на третьего туза. То есть он упорно, как я понимаю, ставил на туза. Три раза, вот туз, три талии, три прокидки. Пушкин вынимал туза, туза, туза и ставил на него. Но проигрывал, был несчастлив в игре. Князь Павел Петрович Вяземский, друг Пушкина, писал: «Пушкин до кончины своей был ребенком в игре и в последние дни жизни проигрывал даже таким людям, которых кроме него самого обыгрывали все». То есть наш гений национальный, наше все, плохо играл в карты. В своем дневнике Пушкин запишет: «Моя пиковая дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку, туза. При дворе нашли сходство с княгиней Натальей Петровной, заметим от себя Голицыной, и, кажется, не сердится». По серьезному счету, ни одна экранизация не принесла, не то, что не принесла успеха, может, успех какой-то и был, но ни одна не была адекватна пушкинской прозе. Ни одна.